В Баку убит директор издательства «Азернеш», готовивший возвращение Гейдара Алиева на родину. А потом это дело расследовали, было выявлено, что это местный КГБ организовал, и предыдущая власть его убили с тем, чтобы напугать и не допустить его приезда. Через некоторое время мы под другим именем, в общем-то, нелегально организовали его выезд в Баку. Мы наблюдали за Алиевым после того, как он вернулся в Азербайджан. Говоря «мы», я имею в виду всю Турцию. Нас интересовало, зачем приехал в Азербайджан Гейдар Алиев. Власти перепугались, потому что он вышел в город, и толпа пошла за ним. Народ сразу потянулся к нему. Потянулся к нему, потому что народ в него верил. Пришел начальник полиции города и сказал, что вы зачем здесь проводите несанкционированный митинг? Он говорит, я никакой митинг не провожу, я иду по городу. Он говорит, а люди за вами? Ну, говорит, что же у меня, идите люди, вы скажите. То есть это интересно. И вот куда он идет, и люди за ним идут. Он шел по улицам Баку и не узнавал свою столицу. Когда-то веселый город, город, в который он вложил столько души и сил, был похож на поле боя. Злые озабоченные лица, митингующие толпы, разбитые окна и витрины, и везде вооруженные патрули.